Всем привет, меня зовут Виктория, и сегодня я расскажу, как заполнить онлайн-анкету для въезда в Турцию. При посещении Турции с 15 марта 2021 года необходимо заранее заполнить онлайн-анкету. Ее необходимо заполнить не ранее, чем за 72 часа до вашего приезда. То есть оставаться должно менее 72 часов до того момента, как вы пересечете границу Турции. Это необходимо для того, чтобы власти Турции могли найти вас в случае, если во время вашего путешествия вы контактировали с тем, кто болел COVID-19. Кстати, транзитным пассажирам и детям до 6 лет заполнять анкету не нужно. Итак, переходим на сайт. Здесь у нас есть возможность выбора языка. Мы выбираем русский и нажимаем «Ладно». Все поля, которые обозначены звездочкой, нужно обязательно заполнить. Итак, первое – это у нас национальность, в моем случае это Республика Беларусь. Дальше – имя и фамилия. Здесь необходимо ввести на латинице, как указано в паспорте. Поэтому ввожу. И дальше необходимо выбрать год рождения. Но здесь нужно выбрать полную дату вместе с днем и месяцем. Так, выбираю и дальше указываю место проживания. Опять-таки, в моем случае это Республика Беларусь. Следующее, это у нас электронная почта. Нужно указать правильную электронную почту, потому что туда придет к нам анкета. Номер телефона я указываю свой белорусский номер телефона. Указываю пол, также необходимо указать номер паспорта и дату прибытия, когда мы будем пересекать границу Турции, например, 6 числа выберем. Также нужно указать тип, у меня будет это воздушным путем, и для самолета необходимо указать название авиакомпании, а также номер рейса, на котором вы будете лететь. Нажимаем «Следующее», и в этом окошке необходимо указать данные, где вы уже будете останавливаться в Турции. Например, если вы летите в Алания, то выбираете сначала Анталия, затем район, это будет Алания, указываете номер телефона, как бы нужно указывать номер телефона отеля, либо у кого вы там будете останавливаться, но я указываю свой номер телефона. Дальше необходимо указать адрес. Я указываю адрес гостиницы, добавляю и нажимаю «Следующий». Здесь необходимо указать уже страны, в которых вы были за последние 10 дней. Если я нигде не была, кроме Беларуси, я выбираю Беларусь. Добавить страну. «Следующий». Вот у нас появилось такое окошко, необходимо перепроверить снова все данные. Если все указано верно, то просто нажимаем кнопку «Сохранить». После сохранения данных вам предложат сохранить анкету в PDF-формате. Ее лучше всегда носить с собой или распечатать и носить в распечатанном виде. При регистрации в аэропорту у вас попросят эту анкету. В анкете также присваивается HS-код, по-другому он называется код здоровья. Его спрашивают при посещении каких-то массовых мероприятий, при использовании общественного транспорта, при посещении торговых центров, также иногда при заселении в отеле. Поэтому всегда носите эту анкету с собой в телефоне, чтобы вы могли в любой момент показать HS-код. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм, там я 24/7. Всем пока-пока! Инстаграм, там я 24/7. Оставляйте, кстати, комментарии. Всем пока-пока!